Все богатство культурных особенностей Данковского района Липецкой области раскрывает межрегиональный праздник русской псовой охоты «Отъезжее поле». Праздничная территория расположена на берегу реки Дон, близ деревни Масловка. Место выбрано не случайно. Каждому гостю отъезжего поля видны как на ладони все праздничные площадки. Сцена, подворье, охотничьи привалы, выставки собак и площадка реконструкции псовой охоты. Здешние достопримечательности пропитаны духом легенд и сказаний о злодеяниях и сокровищах разбойника Кудеяра, несчастной любви местной девушки и лихой казачьей удали. Замечательные памятники природы расположены неподалеку, такие как синие камни, дурные камни, трибунский лес, дают возможность туристам и местным жителям соприкоснуться с природными артефактами и своеобразием местной истории. Программа праздника традиционно начинает свою работу с 11 часов утра. Вас ждут и радуют выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, торговые ряды и сувенирные лавки, полевая кухня, работают площадки для выставки русских борзых и охотничьих птиц. Организовано катание на лошадях, действует спортивно-игровая площадка. К услугам любителей русской песни и исторической реконструкции концертно-развлекательная площадка. Всегда в центре внимания реконструкции русской псовой охоты и многое другое, чему вы непременно удивитесь и насладитесь духом красивых русских традиций. Если вы охотник, турист, собиратель тайн и легенд и просто любопытный человек, данковчане будут рады видеть вас ежегодно в третью субботу декабря на популярном межрегиональном фестивале русской псовой охоты «Отъезжее поле». Адрес праздника – Липецкая область, Данковский район, деревня Масловка.